Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Я сразу поделюсь секретом, что это эксклюзивное дизайнерское плетение. Оно производится на одном единственном предприятии России и больше нигде. Поэтому мы горды и счастливы, что мы смогли вам заполучить вот эту цепочку. Цепочка, такое ощущение, что состоит из маленьких солнц. Потому что каждое звено с двух сторон, оно в алмазной грани. Длинность от 35 до 70 сантиметров. Я вам сейчас показываю самые большие длины. 70, 65 и 60 сантиметров. Но есть также и короткие длины. 35 на вашу внучку, на вашу дочку, на изящные шейки. Да, или если вы любите прям совсем цепочку под горлышко, но я, как правило, женщинам рекомендую начинать носить цепочки от 40 сантиметров. Любите больше свободы, выбирайте длину от 45 до 55 сантиметров, любите не использовать замок и надевать цепочки через голову, тогда выбирайте длины 60, 65 и 70 сантиметров. Я вам сразу сейчас продемонстрирую блеск этой цепочки. Это, пожалуй, одна из самых блестящих цепочек, которую я когда-либо видела вообще за всю историю работы не только в шоп-н-шоу, но и, в принципе, за свой 11-летний опыт работы в ювелирном деле. Смотрите, какой блеск. Сейчас вы просто будете ошеломлены. Вы видите, сколько солнца в этом плетении, сколько блеска. Алмазный блеск или солнечный блеск. Сияние завораживающее. Это уникальное фантазийное плетение, которое мы для вас специально в прямом эфире, собственно говоря, сейчас и представляем. Одно единственное предприятие делает его. Дизайн позволяет использовать эту цепочку как самостоятельное украшение и для ношения подвесок. А значит, вам не придется тратить время на поиски и средства на приобретение другой цепи. Здесь все, вот можно сказать, два в одном. И колье, и цепочка. Если вы сейчас заказываете это ювелирное украшение, вы даже сейчас ничего не оплачиваете. Вы оплачиваете все украшения исключительно по получению. Цена премьера от 999 рублей. Цепочка «Солнечный ветер» 001-102-555. Это настоящий хит. У нас сейчас большое количество звонков. Ажиотаж. Объемная цепочка, весомая, 4,2 грамма. Ведь это уникальный, неповторимый дизайн. И посмотрите, опять же, как у нас с вами эти солнца блестят, как они сияют. С каждой сторон, если я даже переворачиваю эту цепочку, там ровно такое же количество солнц, ровно такое же количество блеска. Посмотрите, какая золотая река практически здесь. И я, кстати, даже могу проверить эту цепочку на разрыв. Здесь у нас с вами звено к звену переплетено. То есть у нас здесь с вами нет дополнительных соединительных колечек, которые все-таки являются таким элементом риска. Нет, здесь каждое звено к звену. Посмотрите. Великолепно. Абсолютно совершенная цепочка. Алмазная грань, вы можете их даже, наверное, количество сосчитать. Я думаю, что здесь несколько, практически тысяч граней, которые работают на вас, которые сияют на вас. И эта цепочка, несмотря за счет вот такой сложной геометрии, она, в общем-то, очень хорошо садится и ложится на шею. То есть здесь также сохраняется вот такая пластичность цепочки, которая должна обязательно быть. Это мой выбор сегодня в том числе. Я скажу по секрету, что у меня одна такая цепочка уже есть. Я сегодня подумываю о том, чтобы приобрести еще один размер. Если вы, так же, как и я, у вас есть какие-то привычные размеры, 45-50 сантиметров, попробуйте новые размеры добавить, и вы такую цепочку «Солнечный ветер» сможете сочетать не только с таким же плетением, но и с какими-то вашими любимыми привычными плетениями. У меня, например, одна из наших телезрительниц спросила, а если вот у меня есть цепочка «Лав» или цепочка «Двойной ромб», могу ли я ее сочетать с цепочкой «Солнечный ветер»? Конечно, она впишется в любой образ. Посмотрите, как переливается, как сияет эта цепочка. На мне длина 40 сантиметров и 50, видите, 40 под горлышко, но мне достаточно комфортно. Но опять же, не все любят такую длину, обычно любят чуть-чуть пониже, посвободнее. Я себя чувствую комфортно, вы выбираете длину также, исходя из своих привычек, предпочтений или исходя из экспериментов, которые вы готовы сегодня сделать. Внимание! Полина Александровна из города Рязани заказала 3 цепочки, я вас этим поздравляю, у вас будет очень красивый каскад, я вам в этом плане аплодирую. Если вы в поисках подарка, причем подарка, который впечатлит, обратите внимание на нашу цепочку. Я уже рассказывала ситуацию с моей мамой, такие ситуации бывают у
многих наших женщин сейчас. Если кто-то к вам приходит, помогает, может быть, делают уколы, может быть, еще какие-то вам вот такие, вот такую помощь оказывают, социальные работники, и вы хотите как-то отблагодарить, но эти люди не принимают деньги, вы можете вполне подарить серебряную цепочку в качестве благодарности. Или благодарить себя, любимую, за то, что вы такая красивая, умная, замечательная и мудрая, и выбираете украшения на телеканале Shopping Show. Поблагодарите себя в первую очередь. Мне сейчас сообщают из колл-центра, что самая популярная длина – это 50 и 55. Сегодня на телеканале Shopping Show по цене сногсшибательной со скидкой 1400 рублей вы можете сделать для себя поистине приятную покупку для этой весны и лета. Солнечный блеск. Блеск цепочки, который называется «Солнечный ветер». Одна из самых сияющих цепочек, которые когда-либо появлялись на телеканале Shopping Show. За всю историю эксклюзивное плетение у нас появлялось только один раз. Вот такое. Сейчас я очень рада, что мы можем вам еще раз предоставить этот алмазный блеск. Кстати, при разном освещении также будет хорошо сиять, даже если недостаток освещения, алмазная грань все равно будет ловить лучики. Здесь замок шпрингельный, здесь также есть и соединительное колечко, вы видите, как здесь все очень качественно сделано. Сейчас переверну, покажу. А есть также проба клеймо завода-изготовителя как раз на соединительном колечке. И здесь все говорит о том, что это качество высочайшего уровня. Конечно, такую цепочку производит не просто компания, компания с историей, которую уже многие десятилетия производит лучшие украшения. Более того, они по-прежнему изобретают какие-то вот такие новинки. Между прочим, у нас с вами серебряная цепочка, еще раз напоминаю. Я знаю, что очень многие сейчас подумают, как похоже на золото. И это серебро в золочении. Здесь у нас с вами устойчивое золочение. Оно и улучшает свойства серебра, и увеличивает блеск. Как раз блеск яркий, золотой, сияющий. Статусный. Потому что вы сможете повысить свой статус и уровень среди окружающих, не прилагая дополнительных усилий и не тратя дополнительных средств.